Ребята, всем привет, с вами Александр, и это Indominus Rex. Мы продолжаем наш путь к Индораптору. Для этого нам нужно создать 20-го Индоминуса и 20-го Велоцираптора. Ну, с Велоцирапторами там посложнее. Нужно наловить уеву тучу, короче, генов, насобирать Раптора там. По-моему, 7500 мне нужно на следующую прокачку. А вот с Индоминусом у нас все упирается в денежку, короче. Ну, пока что хватает, но след 19 уровень у нас будет сколько там тысяч? 40? Или сколько? Я уже не помню, со сколько мы качали Велоцираптора на 19 левел. Ну, давайте тратим 30-ку. Так, 3 косаря жизни. 853 урон, ну урон, конечно, такой себе, да, у рапторов он круче. Ну и шанс крита хороший. Ну, Индоминус, конечно, славен не тем, а славен своей невидимостью. Ага, 1300 было, блин. Короче, ну и вот еще и сюда, короче, гены раптора расходятся просто капец. И печальное то, что на Индораптора еще нужен будет 20 левел, и тут же будет тоже по 500 тратиться, если не по 750 или по 1000. Это жесть, ребята. Я не знаю, сколько нужно целую, короче, нанимать команду 10 человек, которые будут не спать, будут целый день бегать по карте и ловить рапторов. Генов нужно просто туча. Смотрите, 7500, у меня было тут 4 или сколько тысяч я только что потратил на клетки Индоминуса. Ну вот такой вот у нас 40 тысяч, значит там будет 35. 35 на 19 и 40 на 20. Так получается. А нет, все правильно. Было 30 на 19 и 40 на 20. А на 21 там будет 50 или 60 уже. То есть скачок там уже, наверное, будет больше, чем 10 тысяч. А вот такая вот сейчас команда. Так, вот этот красавчик. Мономим что-то как-то, ну, не зашел. Слишком часто его убивают, у него мало жизни, если Индоминус после того неудачного, скажем так, неудачной невидимости еще может выжить, то Мономим, конечно, редко переживает такие атаки. Ну вот такой вот у нас набор. Набор уже все практически легендарные, кроме одного раптора. Ну, 19 левела, конечно, можно было бы туда вот эпического запихнуть блюшку эпическую, да? У нее есть броня 10%, ну не аж не шибко, конечно, она спасает. Ну, есть щит на себя, то есть это ее, конечно, живучесть увеличивает. В мире юрского периода Блю была бета-самкой, созданной Оуэном Грейди. В отличие от других динозавров мира юрского периода, Блю принимает осознанные решения в отношениях с людьми и другими динозаврами, в общем-то. Самый умный динозавр из мира юрского периода – это Блю. Ну, а мы тогда отправляемся, ребята, на схватку. Надо как-то зарабатывать гены, тратить куда-то баксы. Так что сейчас троечку боев сделаем. Желательно 3 победы. Выбрали существо, это, конечно же, Индоминус, и Зухататор против нас. Он, сволочь, быстрее, тогда невидимость. Неуязвимы мы к этому делу. Ну, он снял невидимость, кстати, она у него что, была недоступна, невидимость? Нет, не было задержки, ему нужно было сразу как бы это делать. Крит. Ну, смотрите, да, он как бы сражается на равных с Индоминусом. Еще пусть пробьет меня сейчас. Это будет эпично. А, нет, фартануло нам. Но со скоростью Индоминуса нам, конечно, ничего не светит. Разве что нам повезет, и мы снова используем невидимость. Она уже должна быть активна. Стиги, конечно же, быстрее. Но не про канала. Естественно, берем Раптора. И делаем ему больно. Стиги.
Он подменился. Ну и я тоже сейчас подменюсь, потому что бодаться с раптором смысла нет. С стегоцератопсом. Он-то снизил скорость, но он, скорее всего, и так был быстрее. 115. А, не-не-не, 124. У нас тоже такая штука есть. Два раза ходит. Ну да, у него-то подмена была шаровая, а у меня нет. Так, чем мы тебя будем сейчас пробивать? Параличом попробуем. Есть. Отлично. Так. Не пробиваю, значит, защищаюсь. Так, на два хода эта штука работает. А вот так, пожалуй, мы его пробьем. А щит остается у нас... А, это был второй ход, все. Щит пропал. И появился раптор. Ну, нам по барабану. Он, конечно, нас пробьет, скорее всего. Да, но чуть-чуть не хватило, буквально там. Но мы быстрее. Мы быстрее. Вот почему важно иметь, конечно, самый вкачанный член команды должен быть это раптор. Обычный раптор должен быть самым вкачанным. Это орудие добивания. Так, 15-минутный инкубатор. Идем дальше. Незамедлительно. Так, ну давайте попробуем шустрика нашего взять. Здесь шустриками редко кто открывается. А у нашего есть набор хороших ударов. Перритадар. Ну давай, быстрее. А надо патозавр. Вот против них он, конечно, не очень шибко. Не шибко хорош, тогда давайте снижать урон. Это была контратака и тормозящее действие. Хорошо, значит, время, пожалуй, нам смениться на того, кто хорошо пробивает броню. Ну, нам как бы вообще не страшно, сами понимаете, со сниженным уроном. Два хода мы его пробиваем. Бьет обычными ударами, но не больно. Есть шанс, что мы выживем. Ну, в смысле, дойдем до следующего нашего противника, и там используем невидимость, и там выживем. Я уже думаю про следующего бойца. Так, аморгоцефал появился. Полтора урона. И задержка 1. Вот это вот нехорошо. Допустим. Давайте просто сейчас пробьем. Потому что он, скорее всего, использует... Вот на следующий ход он использует, скорее всего, эту штуку. Непробиваемый щит поставит. Давайте используем невидимость. Нет, смотрите. Не использовал, пробил таки, гад. Ладно. Давайте вызовем нашего друга. Снизим ему урон. А, у него есть очищающий удар? Нету. Отлично.
Но это нам не страшно. Вот, как раз. Наш удар отлично сейчас зайдет. А мы сейчас что сможем сделать? Мы сейчас сможем себе сделать... А, мы его пробьем просто. Думал увеличить себе урон, отсидеться, пока он слабый, но нет нужды. Так. Ну, тут нужно меняться. Что ж тут сделаешь? Больно, да. Так, ну следующий удар я защищаться не буду. Мы сделаем вот так. Вот так как раз очищение, замедление, и мы пробиваем этого красавчика. Все четко сработало, ребята. Даже давай с параличом, на всякий случай, если он подменится. Да-да-да-да. Блин, а на него не сработает паралич, да? Так, но все равно я должен ходить. Давай. На два хода, правильно? Ноль. Ай-яй-яй-яй-яй, у него же удар сейчас будет с пробиванием брони. Не выживет. Трагодистис. Это все-таки щит, который можно пробить. Ну да, во-во-во. Я думал, что этот удар будет первым же, но нет, нам фортануло, скажем так. Ну и все. Давай, доминируй. Не поможет. Но была попытка. Но хотя мы все равно бы ходили второй раз после такого его удара. Потому они как бы... Не понимаю эти удары. Там... Редко в каком случае эта фигня может помочь. У того же Эни Азуха такая фигня есть. Но никак. Так, ну еще боёчек давайте сделаем. Так. Ну давай. Гигаспикозавр, да, я там этот, когда в серию сделал с Jurassic World Evolution, да, я здесь там гигант спинозавр, а это гигаспикозавр. То есть они, конечно, звучат похоже, да. Кровотечение. Замедлим сейчас, нам тогда придется делать, наверное, очищение. Сколько мы теряем? 400, много. Много теряем, 400. Вот даже сейчас тут надо думать, что делать. Что у него? У него нет ударов сквозь защиту. Ага, есть у него, вот, нейтрализующий удар. Ладно, ты... Блин, я думал, он... Что я сделал? Я думал, это удар очищения. Ладно, мы, раз мы, получается, теряем, потеряли ход. Ну, кровотечение сейчас должно уйти. Ай-яй-яй, ты что ты будешь делать? Снижение урона. Вообще мы его не продемажили. Так, ну кровотечение ушло, но мы покойники. Покойники, пиф-паф, и вы разбойники. Ну, со щитом мы выдержим. Но опять же, сейчас нам прилетит кровотечение и... Или снижение скорости. Очень неудобный для
для нас Динос. Пробьет 600. А, хотя у нас броня же еще есть. Затащил. Ну, это был равный бой. Ау. Он и так бы истек кровью. Блин, Эрлик, ну ты шустрый, Эрлик. Блин, вот не обратил внимания, какой удар он нанес. Он быстрее, у него работала вот та хрень. Черт подери. Это печально. Не-не-не, дорогой, мы тебя сейчас вернем на землю. Ладно, не на землю, а в гроб сразу под землю ушел. Так, Уранич. Уранич молодец. Но мы быстрее. Теперь нет, теперь мы не быстрее. Но он нас не пробьет. У него удар слабый. Паралич? А, паралич может помочь. Да, ай-яй-яй-яй, нехорошо получилось. Но мы быстрее стали. С нас спала вот та вот замедлялочка. Но не пробьем. А, крит. Крит нас спас. Вот так вот, ребята, неплохо. 4 боя, или сколько там, 4 победы, это хорошо. Вот так. Так что, кому понравились наши боёчки, ставим пальчик вверх, не забываем подписываться на канал и колокольчик, чтобы у вас стоял, чтобы приходили уведомления, и вы не пропускали наши видосы, которые выходят каждый день, даже 2 раза в день. Я с вами прощаюсь, до скорых встреч.